Дорогие ульяновцы, дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом и желаю в новом 2022 году, чтобы у каждого свершилась мечта. Мечта, связанная с жильем, с улучшением условий, с переездом с аварийного жилья, у обманутых дольщиков, чтобы наконец-то были решены их проблемы, также с квартирами. И, конечно же, я всем желаю, чтобы в этом году в ваших семьях был достаток, было здоровье, чтобы все могли реализовать все свои мечты в 2022 году. Но от Министерства строительства хотелось бы вам пожелать, чтобы в новом году в ваших районах появились школы, детские сады, спортивные объекты, и чтобы ваши дети, ваши внуки могли в них заниматься, становиться умными, сильными и здоровыми. Еще раз с Новым годом, уважаемые ульяновцы!